Гармония, красота, благозвучие – вот, пожалуй, основные синонимы, характеризующие классическую музыку. Рассказать о ней невозможно, ее нужно слушать. Дуэт двух солистов Санкт-Петербургского дома музыки Павла Милюкова и Сергея Редькина открыл не только концерт, но и фестиваль, первый в своем роде в истории курорта. Я рад, что в нашей стране происходит такой проект большой, который будет привлекать десятки, сотни, тысячи молодых ребят к этому делу, к нашему делу, к моему лично. Чайковский, Штраус, Рахманинов. Для своего концерта лауреаты международных конкурсов выбрали лучшие произведения камерной музыки. По словам солистов, у такой классики нет возрастных ограничений. Ее понимают и принимают и дети, и взрослые. Разнообразная программа, очень разнообразная. Мы старались просто расставлять ее так, чтобы было интересно слушать и чтобы это было достаточно разнообразно, интересно, увлекательно. Этот концерт – лишь начало фестиваля, а фестиваль – начало пути культурного центра. Одна из главных миссий проекта – образовательная. Идея «Сириуса» – познакомить жителей и гостей Сочи с уже известными музыкантами и открыть новых молодых артистов. Проект не только сделает Сочи второй культурной столицей России, но и позволит городу считаться одним из мировых центров классического искусства. Над программой каждого концерта и фестивалем в целом работает художественный руководитель центра – известный европейский режиссер и профессор Ханс Йоахим Фрай. Мы что-то создаем новое. Сегодня мы начинаем с отметки ноль. In 4-5 Jahren steht an dieser Stelle ein großes neues Festival- und Konzertcenter entstanden. Через 3-4 года на этом месте будет стоять большой концертный зал. Mit den besten Akustikern in dieser Welt. С лучшей акустической системой в этом мире. Aber wir müssen jetzt anfangen. Wir müssen ein Publikum anbilden. Wir müssen in Sochi bekannt machen, dass hier etwas Tolles entsteht, nämlich mit Premium-Klassik auf höchster Qualität Musik zu machen. Но начинать надо сейчас. Начинать надо сейчас показывать публике в Сочи, зрителям в Сочи, что здесь будет место, в котором можно будет услышать лучшую музыку со всего мира и высококлассную музыку. С мая по октябрь жители и гости курорта смогут насладиться вечной классикой в блистательном исполнении лучших музыкантов. На сцене культурного центра выступят солисты, ансамбли, оперные певцы, джазовые исполнители и артисты балета. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.